Привет от ангела планет. У нас расклад, что бы вы хотели показать миру, а что бы хотели скрыть. Очень много лицемерия. Вы с одной стороны его показываете, но с другой стороны, ведь за лицемерием вы что-то скрываете. Но лицемерие же скрыть невозможно. Давайте посмотрим. Опять маски идут. Что вы многогранная личность хотите показать, но сложная. Что вы достаточно круты, вы умеете рисковать, умеете управлять неуправляемым, что со стороны кажется, что ну это очень круто. Свой душевный мир, чтобы вас понимали, вы хотите показать, вы хотите любви, хотите любить, но никто не понимает, потому что это все пока что из звезд соткано, и заоблачно, и нематериально. Также хотите показать, что тяжело вам, тяжело все на себе нести и вести, особенно это для женщин актуально. Целый дом на плечах, вот тут вот она несет, и мне тяжело. Какими бы вы крутыми не были, то, что вы хотите показать, что вы круты, но на самом деле неосознанно хотите, чтобы все знали, насколько это тяжело, чтобы ваши тапки тоже примерили. Что вы на самом деле рыбка золотая, но только живете вы в аквариуме, и свободы нет. А надо всего лишь выскочить, выпрыгнуть и поплыть вон туда в морюшко. Что вы вроде как в воде, но не в своей стихии. Одно лишь стекло вас оттесняет от великого океана. Вы сами рисуете свою жизнь, но почему-то этого никто не видит. Вы против фабрик, заводов и хотите жить в лучшем, светлом мире. Но довольно часто художнику одному трудно это все создавать. Трудно этот мир рисовать. Никто не знает и никто не видит, и вы этого скрываете. Когда вы защищаетесь, вы колючки выпускаете. И вы готовы в объятиях свои колючки спрятать. И вы готовы, когда вас полюбят, быть таким же добрым, таким же любящим и таким же открытым. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши, принимаю с благодарностью. А я жду вас на личных раскладах, консультациях. Ссылка в описании канала.